Чем дальше в осень, тем больше нам недостает солнышка, от которого мы жаждем получить наш сакральный витамин D. Дни становятся короче, а зима все ближе. Давайте выясним, как рисуется петербуржцам осенний день. Какой цвет выбираете? Почему этот? Он теплый и одновременно холодный. Думаю, что это вот эти теплые все цвета, еще остатки зеленого, еще листья. Ну, то есть переходный момент между тем, что станет очень тускло и серенько. Что-то оранжевое такое, золотое. У нас оранжевого цвета. А это, я так понимаю, уже кто-то рисовал, да? Да, это будет коллективный портрет осени. Листочки. Листочки какие? Какого цвета? Смотри, желтенькие, красивенькие. Желтенькие. Мы из Калининграда, поэтому дождь – наша неотъемлемая погода. А как вам осень в Петербурге? Красивая? Да, мы очень довольны. Все такое спокойное. Все уже затихли, птички тоже все затихли. Люди такие становятся благодушные. Какой элемент вы добавите? Примитивно немножко, наверное, но солнышко у нас – это все. Голубое, белое-серое, а потом листва. Зеленое и желтое. Вот если мы это попробуем все соединить, вот эти три цвета, оно же вообще-то может дать совершенно иной цвет. Осенние листья – это те же цветы. Цветы весной, цветы осенью – это осенние цветы. Вот такая желтая красота. С чем ассоциируется осень? С Пушкиным. Много стихотворений у него про осень. Он любил это время года.